планах городского управления силами на 2014 год строительство и реконструкция различных объектов в нашем городе. Подробней об этом расскажет вице-мэр городского управления силами Александр Канев. В этом году в рамках инвестиционной программы город должен реализовать 4 крупных инвестиционных проекта. Первое – это закрытие нашей Силамяйской свалки. Мы, наконец, получили все согласования от Департамента окружающей среды, от Центра инвестиций в окружающей среды. И практически в ближайшее время строитель приступит к работам на объекте. Напомню, что общая стоимость проекта закрытия свалки – это 1 240 000 евро, из которых город свое финансирование определил в размере 112 000 евро. 1 127 000 евро финансируется Центром инвестиций в окружающую среду. Следующий крупный инвестиционный проект – это реконструкция кухонного блока в школе Канука. Кухонный блок школы Канука является базовым для питания всех наших школьников и гимназистов. Есть предписание службы охраны здоровья о том, что кухонный блок не соответствует современным нормам. Поэтому есть предписание к 31 августа привести его в соответствие. Был выполнен строительный проект. Общая стоимость сметная реконструкции не только кухонного блока, но и столовой школы Канука – это 808 000 евро. Мы решили пока заняться кухонным блоком, привести его в соответствие к тем требованиям, которые Департамент охраны здоровья предъявляет. Сметная стоимость реконструкции кухонного блока – 573 000 евро. Городское собрание дало разрешение городскому управлению организовать конкурс госпоставок на строительную работу. Мы планируем в эту сумму уложиться и параллельно планируем ходатайствовать в фонде регионального развития на получение дополнительных денег в размере 32 000 евро. То есть 541 000 евро будет финансировать городской бюджет, 32 000 евро мы надеемся получить из фонда регионального развития. Следующий крупный инвестиционный проект – это реконструкция нашей гимназии. Гимназия у нас работает на базе бывшей Астангу-школы. Мы планируем в этом году реконструировать учебную часть, то есть второй, третий этаж учебного корпуса, там, где гимназия располагается. Общая стоимость работ – это 1 357 000 евро. Причем город финансирует только 204 000 евро, а 1 153 000 евро идет по линии целевого учреждения развития предпринимательства. Мы уже провели строительный конкурс, то есть на реконструкцию, как я сказал, учебной части. Строительная поставка дала сумму 895 000 евро, то есть у нас высвободились деньги. И мы планируем параллельно еще закупить мебель и оборудование для инфотехнологий на сумму около 200 000 евро и провести частичное благоустройство в соответствии с проектом также на сумму около 200 000 евро. Эти поставки мы еще не провели, но надеемся их провести до весны, чтобы в мае месяце все работы на гимназии начались и к началу учебного года все было готово. Ну и последний крупный инвестиционный проект, который мы должны реализовать и который перешел с прошлого года, это реконструкция части улицы Льва Толстого. 600 000 евро в прошлом году нам выделило Министерство экономики и коммуникаций на реконструкцию этой улицы. К сожалению, затянулись работы с проектированием. На сегодня мы имеем готовый проект, поэтому сейчас будет определен, какой участок улицы Льва Толстого подлежит реконструкции. Ну, естественно, мы начнем с перекрестка улицы Льва Толстого, улицы Кеск и в сторону Таллинского шоссе, ну, ориентировочно до предприятия «Аквафор». Мы планируем уже в соответствии с готовым строительным проектом вот этот участок улицы реконструировать. Еще раз напомню, что на эти цели Министерством экономики и коммуникации выделено 600 000 евро, но я думаю, что в эту сумму точно мы не попадем, поэтому придется частично финансировать после проведения соответствующих процедур, финансировать и из городского бюджета. Вот такие крупные 4 инвестиционные проекта мы должны в этом году реализовать. Люди, попавшие в, так скажем, неприятные ситуации, связанные с различными долговыми обязательствами, не знают, что им делать. Наступает паника, мысли путаются,
а долги растут, как снежный ком. С этого года в нашем городе ежемесячно юристами будут проводиться консультации по различным долговым опросам. Все это бесплатно. Городское управление продолжает сотрудничество с Союзом юристов Эстонии. Надо сказать, что это уже наш третий совместный проект за последние годы. В этом году предполагается прием юриста в нашем здании, в комнате депутатов, один раз в месяц по вторникам второй недели. То есть в следующем месяце, в феврале, прием юриста будет 11 числа. По каким вопросам можно обращаться? Обращаться можно по вопросам долгового права, то есть по долговым вопросам. Регистрироваться можно через кассу по безработице. Для этого необходимо туда или позвонить, или пойти самому на место. Кто может обратиться за консультацией? За консультацией может обратиться человек, который зарегистрирован в кассе по безработице. И еще раз напомню, что этот проект предполагается до конца этого года. Какие вопросы вам пришлось сегодня решать в Силаме? Вообще в Эстонии по разным городам очень разные вопросы. Но сегодня в Силаме были и долги, и были такие люди, которые уже впереди волнуют, что они в будущем будут эти долги, что им поделать, чтобы не попасть в список долгов. Это очень важно, чтобы уже человек думает впереди, чтобы не попасть на этот список долгов. Ваши консультации бесплатны. Что нужно сделать человеку для того, чтобы попасть к вам на консультацию? У нас сейчас мы ведем такой проект, где даем бесплатные консультации Эстонский союз юристов и эстонские безработная касса, общий проект, где мы тогда даем совет, бесплатный совет безработным людям. Скажите, для того, чтобы к вам попасть на консультацию, с собой нужно брать документы или просто вопросы, которые вы здесь решите? Во-первых, надо быть человеком в учете биржу. Это первое условие, потому что просто в улице мы не сможем взять. Во-вторых, это когда уже биржа сюда отправит человеку к нам, тогда уже, конечно, лучше, если человек подумает, какие у него проблемы. Если есть документы, возьмет с собой, тогда у нас работа побыстрее пойдет. Но если нету, тогда мы, конечно, найдем дорогу, как эти долги или как решать эти вопросы. Мы вместе с человеком это просто найдем здесь. Одной из задач местного самоуправления является планирование городских территорий для будущего строительства различных объектов. В настоящее время на административной территории города Силаме ведется планирование нескольких территорий, основными из которых являются. Во-первых, это территория, расположенная по бульвару Веру 5, где сейчас находится открытый рынок. По инициации владельца данной территории разрабатывается в настоящее время детальная планировка, которая предусматривает строительство на этой территории здания для бизнеса и торговли площадью приблизительно 3500 квадратных метров. В настоящее время эта планировка предполагается рассмотрение ее на заседании горсобрания в январе месяце. Следующая большая планировка – это территория так называемого пустыря, расположенного в микрорайоне. По общей планировке города эта территория является центром города. Поэтому эта планировка, целью этой планировки является выработка комплексного архитектурно-планировочного решения для застройки центра города. Инициатором этой планировки является фирма «Максима»,
а организатором – Силамяйское горуправление. Планировка территории по Павлова-1 уже прошла стадию эскиза и публичного рассмотрения, и идет дальнейшая разработка этой планировки. Следующая большая планировка – это территория, расположенная по адресу Павлова-4. В настоящее время там находится здание полиции. Планировка инициирована по заявке Риги Кинисвара. Организатором является Силамяй Линнавалицус. И планировка предусматривает строительство на этой территории совершенно нового здания для полиции и для пожарно-спасательного департамента площадью застройки до 1500 квадратных метров и числом этажей до 3. Дальше следующая планировка, которая выполняется, это планировка территории шоссе Таллин-Нарва, которая инициирована городом и организатором является также город. Целью этой планировки является реконструкция Таллинского шоссе, находящегося в границах города Силамяя, от южной границы, от восточной границы до западной. А также целью планировки является организация движения, в том числе пешеходного, и предусматривается строительство так называемой сборной дороги в микрорайоне для того, чтобы можно было разгрузить Таллинское шоссе. Еще одна планировка есть по улице Чкалова 4А. Заказчиком этой планировки, инициатором являлось частное лицо. И целью была организация движения и изменения границ недвижимости. Эта планировка находится в работе также. И в настоящее время мы немного планируем изменить цель этой планировки, исходя из потребностей города, так как возникла необходимость организации парковки на территории Ванна-Линна-Коль. Для этого заказчиком этой планировки должен стать город. Еще одна планировка расположена по Таллинскому шоссе 1-3-1-4. Заинтересованным лицом является Evail Oil. Речь идет о территории, расположенной между Каубабас и гаражами Бриз. И речь идет о государственной нереформированной земле. В результате этой планировки Evail Oil хотел бы эту землю у государства приобрести и построить там здание для обслуживания автомобилей и парковки. Двумя месяцами раньше мы рассказывали вам о праздновании 101-летия Клавдии Шильцевой. И вот опять речь пойдет о наших силамяйских долгожителях. 28 декабря 2013 года жительница Силамяя Екатерина Александровна Фомина отметила свое столетие. Перед нами документ «Метрика», где записаны данные новорожденной. 1913 год, 28 декабря, город Петроград. Екатерина Александровна, ну, прежде всего, я хочу поздравить с вашим столетием вас. Спасибо большое. Как вы себя чувствуете? Да, по-всякому чувствую, неважно, болячек много. Ну, вот вы меня встретили сейчас с вашим сыном прямо у дверей. Да, да, ну, я хожу... Держусь за палочку, за стенки так хожу. А так нормально. Память у меня, слава Богу, хорошая еще. Всех помню. С кем работала. Старых, пожилых. Вот вы говорите, ваша мама на Береговой. В каком доме? В 23-м доме. Ну, я хорошо знаю. Это же мое. Мои все строились. Я принимала... Дома все, знаю, 23-й, он так стоит поперек. Да. Да, во двор. И так же, как 29-й тоже так рядышком, стоит. Рядышком, да, да. Да, и 33-й так стоит. Екатерина Александровна, вы да? родились до Первой мировой войны. Да. При царизме. При царизме. Вот ваш документ, он уникальный, вот ваш сын показал эту метрику, где написано 1913 год. 28-го. Скажите, в какой семье вы родились?
Я родилась в Ленинграде. Ну, тогда был Петроград. Петроград. Родилась я в Ленинградском, в Петроградском торговом порту, морской канал. Вот тут в метриках написано, дом 4, там все. Вот отец работал лоцманом в порту. Ну вот. А мама была домохозяйка, нет? А мама это, когда уже это, я родилась, мама работала на этой, на ткацкой фабрике «Веретено». И мама, значит, родила меня на работе. Я восьмимесячная родилась, на работе мама. А порог споткнулась, и, значит, я родила. Вот мама и рассказывала потом, что оторвали кусок батиста, завернули, и, значит, раньше ведь не было этой скорой помощи такой на автомобиле, а на лошадях. И привезли в родильный дом тогда. Вот я на водном канале там. Сколько вас было в семье? В семье 7 человек. 2 брата и нас 5 девочек. И сколько же ваши вот сестры и братья прожили? Прожили. Брат погиб на фронте 35 лет. Второй брат служил на Балтийском флоте, на Ладоге, на конлодках. Это конлодки. Канонерские лодки. Канонерские лодки там. Ну вот. Сестры одна умерла. Вот самая старшая. 95 лет умерла. Другая 61 год. А потом еще 2 сестры по 90 умерли. То есть в вашей семье долгожители. Да. Значит, да. Родители ваши такие же долгожители, нет? Нет, родители рано умерли. Мама 62, а папа 67. Екатерина Александровна, ну, коли уж так получилось, что вы прожили 100 лет, наверное, у вас есть какой-нибудь секрет долгожительства? Ой, как... Может быть, вы питались как-то специально диетой? Может быть, вы занимались физкультурой и спортом? Расскажите нам, пожалуйста. Нет, я это питалась нормально, как все, конечно. Не шикарно, но ел... Диет никаких не соблюдали тогда. И после войны еще карточная система была. Трудно было. Ну, наверное, физкультурой и спортом занимались? Спортом я мало занималась. А только вот когда в ФЗУ на электросиле так немножко там ходили, потом... Ну, я много очень ходила. Вот я... У меня в детстве я болела этим ревматизмом. Год пропустила. В школу не ходила. А потом, так вот, когда уже здесь была, каждый чуть ли не год ездила в санаторий, ноги лечила, на грязи ездила везде. Екатерина Александровна, значит, вы сильны духом. Вот эти болезни вас не подломили. Значит, да. Вы сильны духом. И... Научите наших телезрителей падать духом, любить жизнь. А потом надо... Я прожила сколько... У меня на моем пути мне помогали добрые люди. Добрых людей на свете больше. У меня никогда не было ни врагов, ничего. Мне всегда все помогали. Это. И потом вот и я сама, когда вот уже здесь жила, тоже помогала. Мои эти подружки... Они больнее меня были, я еще бегала, ухаживала за ними. То есть мы делаем вывод, подобное притягивает подобное. А секрет, так. Секрет жизни, надо быть добрым. Вот так, делать добро больше. Работала, я много в общественной работе
в этом ФЗУ кончала, там это тоже разные кружки. Это были «Синие блузники», мы были, ездили везде, выступали. Комсомолка была. Ну вот. А потом вот, значит, здесь три была Созова депутатом. В Силомяе. В Силомяе. Один Созов была, еще поселковый совет был, а в два уже городской совет. Потом, значит, вот участник у меня книжечка это, во время войны работала, трудилась. Это, и вот так вот прожила все время в общественной работе, все время то в комиссии соцстраха завкома, пока завком не перестал работать, я все время была в комиссии там соцстраха. Ну что ж, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Крепкого вам здоровья, Екатерина Александровна. Днем рождения. В конце 2013 года в Таллине прошел конкурс, в котором приняли участие коллективы и солисты нашей музыкальной школы. Приятно отметить, что выступили они великолепно, заняв в конкурсе первые места. Прежде всего, я хочу поздравить нашу музыкальную школу с успешным выступлением коллективов на Международном фестивале детского творчества стран Балтийского моря. Это оркестр народных инструментов, руководитель Людмила Ткаченко, и ансамбль девочек музыкальной школы под управлением Михаила Горюшина. Они получили первое место на этом фестивале. Также хочу поздравить Альберта Мамедова, ученика музыкальной школы, класс педагога Татьяны Даниловой, с присуждением ему стипендии энергетического фонда за успешные выступления на конкурсах, которые организованы в Эстонии, а также за рубежом. В городе Нарва открывается 10-й международный конкурс имени Фредерика Шопена. Нашу школу на этом конкурсе будут представлять 6 участников. 3 в младшей группе и 3 в средней. Уже сегодня мы начинаем прослушивание программы обоих туров учащихся младшей группы. Это Екатерина Давыдова, Анастасия Кузьмина и Рената Сафиулина.
наши ученики постоянно принимают участие в этом одном из самых престижных конкурсов, которые проводятся в Эстонии. Дипломантом этого конкурса в свое время был Павел Черечукин, а лауреатами Валерия Стоякова, Виктория Зейля и Максим Щура. Пожелаем же и нашим юным музыкантам успешно выступить на этом конкурсе. Уважаемые родители, те, кто хочет, чтобы их дети выросли культурными, образованными людьми, уже сейчас подумайте о том, какой музыкальный инструмент для обучения выбрать вашему ребенку. И ни на минуту не сомневайтесь, отдать ли ваше дитя в музыкальную школу. Конечно, отдать. Неплохо выступили девушки-баскетболистки на прошедших соревнованиях среди команд Идави Рума. В минувшее воскресенье, 5 января, команда девушек из Силами завоевала второй свой кубок по баскетболу в своей истории. Это кубок за второе место в чемпионате среди команд Идави Рума. В этот раз мы играли, как и в прошлом году, в финале против команды из Нарвы. И, к сожалению, не смогли второй раз подряд победить. Но в этом году была упорная борьба, мы проиграли только в самой концовке. Хочется порадоваться за наших девочек и за тренеров, которые с ними работают, поблагодарить наших спонсоров за то, что нас поддерживают, и сказать, что баскетбол развивается в Силами, позвать всех желающих заниматься баскетболом. Когда проходят тренировки ваши? Мы занимаемся каждый день. Младшие группы занимаются с 3 часов и с 4 часов, старшие с 5 часов каждый день, кроме субботы и воскресенья. Каждый год в конце года наш легкоатлетический клуб подводит итоги года, проводя соревнования по легкой атлетике. В этот раз мы провели 30 декабря, где выступало очень много спортсменов. Но на этих соревнованиях мы смотрим не только за спортивными результатами, но отмечаем самых лучших ребят, которые в течение года много тренировались и достигли определенных результатов. В первую очередь мы наградили тех ребят, которые вошли у нас в десятку лучших спортсменов. Кроме этой десятки лучших спортсменов, мы еще наградили отдельно родителей, которые нам помогают в воспитании детей, и которые приводят к нам ребят. Значит, среди отмеченных я бы хотел сказать особо, у нас лучшая спортсменка года была признана, это Маргарита Козлова. Трехкратная чемпионка Эстонии в спортивной ходьбе. Она же была признана и здесь у нас в клубе, была отдельным призом награждена. Кроме этого были награждены Пономаренко Настя, значит, Ксюша Савченко, Сайна Мамедова, значит, Давыдов Богдан из ребят, Кирилл Боржицкий. В общем, я могу долго перечислять, но самые лучшие ребята все были отмечены. Кроме, я еще раз хочу подчеркнуть, что большую помощь нам оказывают подготовки ребят своим участием, это их родители, то, что мы подвели.